Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте. И сначала вести из Германии, где стартовал очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам биатлону среди паралимпийцев. Наш земляк Влад Лекомцев там выиграл уже две медали. Он был третьим в биатлонном спринте и первым в составе российского квартета в лыжной эстафете. Отличились наши лыжники и на первенстве России в Сыктывкаре. Михаил Чукавин был в классическом спринте третьим, а в Заинске на всероссийском турнире «Юный динамовец» порадовал наставников Илья Курбатов. Он на коньковой десятке показал лучший результат дня. Хоккеисты Воткинского знамени провели два домашних поединка против команды СКА Свердловск из Первоуральска. К радости болельщиков, подопечные тренерского тандема Вячеслава Никифорова и Дмитрия Веселова дважды не дали соперников ни малейшего шанса на победу. Выиграли 6-1 и 3-1. Следующие и последние матчи регулярного чемпионата знамя вновь проведет на родном льду 27 и 28 февраля. В гости пожалуют «Динамо-2» из Казани. Хоккеисты «Стали» сегодня вступили в борьбу за Кубок Братины. В Санкт-Петербурге в эти минуты идет первый поединок 1/8 финала. «Сталевары» против спортсменов СКА «Невы». До отъезда атлета в северную столицу Татьяна Мальцева пообщалась с тренером ижевчан Константином Маслюковым. И вместе они подвели итоги гладкого этапа. Смотрим. 10-е место по итогам регулярки. Скептики утверждают, это тот самый максимум, на что способна нынешняя Ишсталь. Идеалисты, напротив, говорят, что это только начало. Истина, как показывает практика, где-то посередине. Если рассматривать таблицу, понятно, что там 4 команды с одинаковым количеством очков. Да, где-то не хватило нам 3-6 очков, чтобы попасть в пятерку. Ну, могли бы быть выше. В одном из скептики их оппоненты сходятся. Злую шутку в этом сезоне сыграло сотрудничество с клубом КХЛ «Череповецкой Северсталью». Постоянная рокировка состава, вызванная то прибытием новых игроков, то их обратной миграцией, не пошло ижевскому коллективу на пользу. Об этом многие говорят и с другими командами общались, что это тяжелый вариант, когда люди приезжают, уезжают. Многие даже и не ставят, у кого состав плотный, нормальный, что приезжих практически не ставят. Тяжело работать, просто создаешь, и приходится потом менять. Ну, тяжелый вариант. Тем не менее, сейчас в плей-офф череповецкое подкрепление обратно уже не уедет. Северсталь досрочно завершила сезон. У Сталеваров же, как говорилось в известной американской мыльной опере, все только начинается. Последний матч гладкого этапа против нефтекамского Тароса, где ижевчане уверенно выиграли 2-0, показал, порох еще есть, и он только разгорается. Так было и сказано ребятам, что последняя игра перед плей-оффом, хотелось бы выйти из победы и с хорошим настроением. Спасибо ребятам, сыграли очень здорово. Такие игры были в чемпионате. И так было и сказано, что если такие игры будут, то можем и повторить, а может быть и увеличить прошлогодний результат. Поживем, посмотрим. Итоги первого поединка 1/8 финала плей-офф мы озвучим завтра. А теперь баскетбольные новости. Юноши 2002 года рождения из Ижевска и Можги не смогли пробиться в финальный этап первенства России. Можгинцы заняли в своей группе третье место, ижевчане пятое в своей. Эти результаты, к сожалению, не позволили им дальше бороться за чемпионство. Соревновались легкоатлеты на открытом первенстве Ижевска. Турнир собрал рекордное количество участников возраста 13-16 лет. Они результаты показали хорошие. Так в спринте порадовали Денис Жуйков, Анастасия Чайникова и Екатерина Зорина. На 600-метровой дистанции быстрые секунды показали Алина Урсегова, Илья Хабаров. Прыжка в длину Иван Шапеев. Этот возраст оказался очень сильным. Результаты у ребят достойные. Не до отдыха было и тэквондистам. Они съездили в Елабугу на всероссийский турнир, посвященный Дню защитника Отечества, где выиграли 5 медалей. 3 из них золотые. Они на счету Савы Емельянова, Анастасии Борисовой и Анастасии Рыжовой. И мы их с этими наградами поздравляем. А сейчас еще об одном, но уже городском турнире по атлетическому двоеборью, который тоже был посвящен Дню защитника Отечества. Он собрал ребят самого разного возраста и физподготовки. И они мерились силами в таких дисциплинах, как жим-лежа и подтягивание на перекладине. Всеволод Арзамасов соревновательного опыта абсолютно не имел. Но 12-летнего мальчишку это нисколько не смутило. Он, поборов волнение, вышел на старт и выиграл соревнование. Было тяжело. Я жал 40 килограмм и подтянулся 11 раз. Как оценишь эти результаты? Ну, есть к чему стремиться. А стремится юный атлет к победам на республиканских, а со временем и на всероссийских турнирах. Мальчишка увлекся и всерьез бодибилдингом. Говорит, обязательно станет таким же, как его кумир Арнольд Шварценеггер. Атлетическое двоеборье тому подспорье. Согласен с ним и Валентин Балтин, тоже приверженец спорта. Атлетическое двоеборье – хорошая альтернатива сидячему образу жизни. Мотивация была. Какая? Достойное место. И
конкуренция, соответственно, хорошая была по подтягиванию. Достойные были спортсмены, и, соответственно, из-за этого я сделал больше результат. И ребята, которые все-таки занимаются у нас, ну, я думаю, что, в принципе, подготовка хорошая. Потому что есть ребята, которые подтягиваются больше, там, почти 30 раз и жмут больше 120 килограмм. То есть это, в принципе, это молодежь. До 23 лет это хороший результат. Победителем турнира в группе до 16 лет стал Максим Кузнецов, до 18 – Денис Морозов, ну а до 23 – Дмитрий Александров. И это все. До встречи завтра.